здесь на высотах и фортов. Есть еще береговые батареи, которые первые встречали огнем, должны были встретить огнем неприятеля. Это Поспеловская батарея и уже отреставрированная под мостом Новосильцевская батарея с пушками. Мы будем тогда в обратную сторону ехать, с правой стороны вы увидите эту батарею. Но мы-то с вами понимаем, что в любом случае бывают ситуации, когда враг проходит через огонь этих батарей. И тогда вражеский десант поднимался бы, должен был подниматься вот по этому склону. Для того, чтобы до форта еще осложнить ему эту дорогу, были сделаны волчьи ямы. Ведь они же тянули с собой пушки, они же тянули с собой все свое хозяйство. И я просто сейчас буду обращать ваше внимание. Можно даже не ходить вот отсюда видно. Посмотрите. Вот одна яма, вот вторая яма. Дальше еще есть яма. Они выложены там. Вон яма. Если враг поднимается по склону, то, конечно же, это замедляет движение. Эти замаскированные волчьи ямы, они же тоже были все линии обороны вдоль грузинки. Там, где предполагалось. Вон, где. Подойди. Я просто это когда-то